перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин, бау. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, чё-то. Hey! Ho! Wow! Вот? Да. Привет! Hello, hello! Сразу говорю, народ, очень много сообщений, я их практически не вижу. Очень рад, что вы все заходите сюда. Вот второй раз выхожу в трансляцию, можно сказать, первый, да, мы тут тестим буквально эту историю. Если прикольно она пойдет, значит, буду иногда выходить вот такое вот спонтанное общение. Значит, 21 и 20 числа у нас Москва-Питер, поэтому мы находимся сейчас на репетиционной базе вот с этими вот замечательными парнями группы Nietzsche's. Мы здесь готовимся к концертам уже много-много дней. Сходим здесь с ума, короче, немножко сейчас... Попробуем что-нибудь вам сыграть. Вот. Ваших вопросов, к сожалению, я практически не вижу. Их очень-очень-очень много, и они все пропадают из-за того, что как бы вы друг друга перебиваете. Вот. Я думаю, что нам стоит как-то подготовиться впредь к следующей трансляции. Да, заранее вы скиньте какие-то вопросы, и, может быть, тогда я выйду в прямой эфир и отвечу на ваши вопросы, которые вы до этого задавали, потому что, к сожалению, прочитать вот так что-то вообще не представляется возможным. Сто всех вас очень рад здесь наблюдать. Ну чё, чё-нибудь долбанём? Да! Чё, голоса? Да. Давай попробуем, да, сыграем новый тречок, короче, называется «Голоса». Однажды ты поймешь, как тяжело с тем, кого часто предавали люди. Но я прощаю их, я больше не держу в себе яда. Смотрел всем меня всего, но это не беда, классно. Просто гулять с тобой рядом, держать грудь, хотя бы жать себе постоянно стоило труда. Белые волосы уничтожили тончайшие, знаю. Но вряд ли мы вот увезли, я залезаю, карма безжалостно настигает. А давай меня еще, братан, делать нельзя. Я пугаю соседских детей, ты лучше не срезанные дубли со мной на фите. Хитрее всех систем, на которых сидел, ты просто не бросал в беде. Здравствуй, я здесь, это больше, чем я есть. Это больше, чем весь мир, меня тянет, как магнит. Будто бы я первый раз ушел в отрыв. Не знаю, засмеешься ты как раньше или же на взрыв. Заплачу горькими слезами. Я вышел из тех мест, что они пренебрежительно зовут низами. Моя прошлая залита на кладбище вместе с армией совсем неосторожных и смешных людей. Плюс я пасу в своем пастбище из навязчивых мыслей, разрывающих меня. Мир однажды будет обречен и захвачен. Ты крутишь, выискаешь, желаешь удачи. Сердце как мяч в груди запрыгало, хочешь возьми. Я мечтаю в этой гонке остаться людьми. И просыпаться каждый день там, где стар поет. И солнце без напряга раступило задумчивый лед. Я знаю, что сейчас мое сердце не врет. И спасибо за все. Здравствуй, я здесь. Это больше, чем я есть. Это больше, чем весь мир. Меня тянет, как магнит. Тебе дай еще шанс. Если больно дышать, если ты в глаза,
пацаны! Я! Они зовут меня к тебе. Вот так вот, короче. Плохая связь, садится батарейка, дорогие друзья. Рад вас всех здесь повидать. Будем иногда выходить вот в такие вот трансляции. Я думаю, чтобы это как-то получилось у нас в следующий раз организованнее, вы просто заранее напишите свои вопросы, и как-то вот таким образом мы будем это делать. Пока в таком все немного скомканном режиме, потому что я в этом плане такой новичок этих трансляций, но я думаю, мы обязательно с вами все это наверстаем, и все будет круто. Значит, 20 числа Питер, 21 числа Москва. Всех вас буду рад видеть, увидимся там. Всем респект, что смотрите, заходите, за активность в группе, за все дела, короче. До новых встреч! Воу!